требует праздник. Правильно. Выпить с лучшим другом. А если на дворе зима, а тело рвется в тропики? Ждать лета? Ну уж нет. Это удел тюфяков и неудачников. Будут вам тропики прямо в Новый год. В заснеженном Петербурге. Эй, пацаны, а где девчонки? Для кого ж, простите, это шоу в таких модных труселях? Ах, да, пардон, мы совсем забыли. Вам же праздника в тропиках захотелось. Ну, в таком случае, действительно, девчонки не к чему. Сто 111 метров за 9 секунд. О таком показателе в шорт-треке, скоростном беге на коньках 10 лет назад многие спортсмены только мечтали. Но Екатерине Константиновой сегодня это по плечу. В свои 17 спортсменка из Колпино уже в составе сборной России. А совсем недавно она вернулась с 3 медалями всех достоинств из Саранска с первенства России. На камере не очень видно. Во-во. Это не ворона. Жопа вообще просто люто. Вообще машины не осталось. Вообще, да, трупы, наверное, кто сзади сидел. Ты чё, да, машина-то? Да. Билы просто конкретные. Вон аж прицеп куда откинул от лесовоза. Прицеп, наверное, вынесла по-любому. Вон еще стоят все. Ну ты так, наоборот, тут снимай. Неудачник, да я боюсь! Беги! Давай! Никто.
ответственный голдинские рыбы. Останьтесь, пожалуйста, на сцене. Ребят, представьте, а кто из вас Даниил, а кто Артем? Я Артем. Спасибо. А я Даниил. Колпино впереди России всей, во всяком случае по скорости интернета. Это подтвердили эксперты компании SpeedTest. Они измерили диапазон передачи данных во всем мире. Его средняя ширина по России 12,5 мегабит в секунду. А вот у колпинцев интернет в 5 раз быстрее, целых 60 мегабит. В мировом рейтинге Колпино на 28 месте. А вот столицы Петербург и Москва скромно заняли 36 и 44 строчку. Идиот. Иди на Колпино. Приезжайте к нам. Техника от Бога. Знакомьтесь, Юриец. По такому говну мы катаемся. Охуенно. И на Юльку, и Юлька. Куёпт. Нет, давай еще раз, еще раз. Все нормально, прикатись. Стой, еще раз. Ты не... О, да. Где фокус-то? Фокус, фокус. А, вот. В нашей жизни первая, ну не первая поездка, но первая хроника, первая съемка, когда мы поехали сюда. В общем, мы уже здесь уезжаем. Посмотрите направо, пейзажи еще не очень, но дальше будет лучше. Посмотрите налево, это Таня. Дома-то уже проехали, дома-то не... А дома я поснимала, пофотала. Да, вот посмотрите, сейчас будет магазины. В общем, наши магазины, там какие-то будут кафешки. Местный торговый центр, можно так сказать. Видите, какое колесо клевое? Пока еще не видно. Вот. Вот.
вообще крутяк. Wi-Fi. Мы будем сюда ходить с Дашкой разговаривать по скайпу. Раз своего Wi-Fi нет, а, блин, надо пользоваться чужим. В общем, это тут какая-то машина. А это все Колпинское шоссе. Сейчас мы выезжаем на Московское шоссе. Сейчас мы выезжаем на Московское шоссе. И плюс еще направо, да, будет Колпино. Направо, да. Налево Санкт-Петербург. Налево Санкт-Петербург.